Всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала. И сегодня я вам покажу очень занимательный бой. Ну, я, кстати, купил КВ-1, вот с фугасницей решил поиграть. Оно мне очень понравилось, но дело не в этом. Игра, ну, такой обычный рендом. Захожу и тут, ну, как бы... Баланс решил немножко отдохнуть. Да, я паузу должен поставить. Да, баланс решил немножко отдохнуть. И вот добавил нам артиллерию. Потом считаем, сколько КВ. Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8, 9, 10, 11, ну или 12. 11 КВ, ну, блин, на 3 танков это хорошо. Если учесть то, что еще у противника 3 артиллерии, они 6 уровня. Ну, а самый обычный день в рендоме. Смотрим. Тут, конечно, все в чате начали паниковать. Ну, как паниковать? Я написал то, что баланс, ты куда уехал? Там еще пишут арта, ну вы поняли. Сейчас будет такой вот моментик из вражеской команды КВ, вот этот вот чувак, Вазон. Вот, ну он убил, короче, свою арту, две арты. Ну, это спасибо ему, наверное, если бы не одно, мы бы, наверное, и не выиграли. Да, кстати, вот что это за танк 59-16 на третьем уровне, я не знаю, что это за танк. Какой-то американский, скорее всего, да. Ну, мы сразу все пишем, красава, спасибо, чувак, еще. Спасибо, чувак, конечно, арту убил, мы выиграли, но его, наверное, забанили, да. Ну, или нет, не знаю. Что еще могу рассказать? Я, кстати, довольно-таки хорошо настрелял. Да, у Венов, у КВ-1. Такие уж и хорошие. Наши вот тут берут базу, Т-37. Ну, вот такой вот обычный день в рендоме. Арта в топе. Ихние союзники убивают арту. Это, наверное, там арта и написал, зачем ты меня убила, он пишет, за то, что ты нуб. Ну, конечно, не надо, ребят, на арте ездить, потому что арта сейчас очень дисбалансная. Да. Наверное, потому что, наверное, когда играю я на третьих уровнях, я ошибочно. На третьих уровнях играю. Ну, на песке, короче. Мне нравится играть в песке, потому что... долго телишься. Ну да, КВ, отмазки такие, типа, зачем ты убил арту? Да, нам просто не понравилось. Ну вот. Ой, экспериментал тут убивает КВ-1. Давайте переключимся на свободную камеру. Ну, такая основка, что нам теперь я поставил на КВ. Это у меня стоит, ну вот, подкрученный, короче. Еще один пострелил. Он, наверное, еще по одной арте стреляет, но не убил, наверное, с первого раза, да. Ну, конечно, спасибо этому чуваку, мы бы не выиграли, хотя это плохо, убивать своих союзников. Team kill я не поддерживаю, ребят, да, не убивать своих союзников. Давайте переключимся на меня, я тут вроде попал по КВ-1 или нет. Ну что я могу сказать, я тут выбрал вот этот вот модуль, подкрученный там, что-то, сейчас. Минутку. Подкрученный регулятор оборота двигателя, да, на 10% он увеличивает вашу мощность, он не поворачивает при разворотах, если я его включаю, я немножко быстрее поворачиваю, это довольно-таки меня спасает. Но вот это хорошо, КВ-1 убил. Потом расскажу про фугасную пушку, ее плюсы, ее минусы. И вот тут мне повезло, что арта меня не убила. А, кстати. Он убил не свою арту. Да, у него два минуса и две арты живые. Я не знаю, кого он убил, но, короче, еще кого-то. Наверное, тот, кто по нему начал стрелять, но дело не в этом, короче. У нас сейчас КВ-1 и этот бой. Давайте замедлим время, чтобы я успел все договорить. Вот, но есть такой минус, если вы долго будете использовать, ваш двигатель просто может банально поломаться. Вам придется, наверное, ремкомплект на это потратить, ну, мне такое бывает, да. Почему я использую фугасную пушку? Ну, это, наверное, за фана, потому что... Ну, выезжает, наверное, на вас вот это, то же самое японец, свой экспериментал. Давайте включим свободную. Давайте включим свободную. Так, отлично. Давайте включим свободную камеру, говорю.
Например, давайте возьмем того же UI Experimental, японский танк на 5 уровне, который лоб очень хорошо бронирован. Например, я вот не знаю, куда стрелять, но я... Так и есть, я не знаю, куда стрелять. Но если у меня будет стандартная пушка, я буду стрелять ББшками, я его не пробью. А если фугасом, меня вылетало и под 200 дамага, да. А обычной пушкой я бы, если бы даже пробил, я бы нанес ему... сколько там? Вот сейчас будет, наверное... Я бы нанес ему... Ну... Вообще не нанес. Не, нанес бы тот урон, который нужен. Да. 150 где-то так с той пушкой. Но она мне вот не нравится. Сейчас я хочу замедление и посмотреть, как я убью вот этого коцика. Так, я вот тут свожусь. И... Красивые текстурки огня. Я прям кафан. Счастье отлетает, то какие пиксельные. Кусок пикселя. В Майнкрафт играет, твою мать. Да, не обращайте внимание на белые танки, это мод. Ну тут остается две артушки, и в принципе бой уже, наверное, там закончен, да. Вот такой вот бой. Опять-таки, баланс живи, баланс работай. Ну, тут я сейчас спущусь. Ну, как видите, вот у этого тоже вот КВ, у него тоже фугасница. Ну, можно видеть, что слот такой. Такой же. И вот, кстати, у меня повредился двигатель. Как я говорил, если долго использовать, то двигатель хана. Хорошо, чтобы это было в конце боя. Если бы в начале, я бы долго бы не проехал. Ну, тут я вот съезжаю, мне как-то повезло, что я вроде без урона. Или я вроде бы здесь... Ну, первая стадия физики, я вообще, если вот еще понял, когда вот только-только водили, я еще на ноутбуке играю, короче, у меня еще FPS вообще был маленький, ну сейчас, кстати, не такой уж большой, но дело не в этом. Я взяла 20, и на рудниках, она еще вроде как в другом называлась эта карта, ну неважно. Поехал, с маленькой горочки съехал и сразу все ХП снялось. Ну, вообще физика была недоработана. Это было года 2 назад. Да, где-то так у меня был. Тогда А20 и последний раз доиграл. Да, уже 2 года. Ну вот, мы сейчас тут добьем арту. И бой на этом закончен, ребят. Всем спасибо, всем удачи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а с вами я был, я, Димас Дай. Всем удачи, всем пока.